Британские острова. Родина Шекспира и Тёрнера, Гейнсборо и Диккенса. История оживает на узких улицах британских городов, в суровых линиях прибрежных скал. Круиз – это лучший способ увидеть великую морскую державу. Все путешествия в Британии начинаются в Саутгемптоне, легендарном домашнем порту Cunard Line. Оттуда лайнеры выходят в Ла-Манш, а дальше направляются в самые интересные порты британских островов. Идеально подобранные маршруты, составленные так, чтобы показать только самое лучшее, что можно увидеть, никого не оставят равнодушным. Всего несколько дней после начала круиза, и вы в древнем городе Эдинбурге, сердце Шотландии. Далее корабль продолжит плавание по английским водам, направившись к самым северным английским островам – Аркнейским. История Великобритании неразрывно связана с историей компании Cunard Line. Именно поэтому во время круиза вы увидите Гренок – порт, где были построены многие легендарные корабли. А еще вы побываете в Ливерпуле, где можно увидеть историческое здание компании Cunard Line. Круиз по Великобритании – это обязательно посещение Дублина, жемчужины Ирландии, где расположена знаменитая пивоварня Guinness. Очарование старой доброй Англии можно в полной мере ощутить, побывав на острове Гернси, расположенном посреди Ла-Манша. Круиз вокруг Британии – это возможность увидеть лучшие порты Соединенного Королевства и Ирландии, путешествие на борту самых английских кораблей в мире – легендарных лайнеров Cunard Line.